Привет, всем привет. Вот приобрели мы такую технику. Как приобрели? Ободрыши от краза, колеса, кабина УАЗика. Ребята нам его обменяли на гусечную технику. Они оборвали передний мост. Передний мост от УАЗика. С крепежей он у них слетел. Соответственно, карданчик тоже слетел. Вот. Надо все это сделать и ездить. Такая вот техника. Все работает, движочек. У него стоит лифановский. Лифан. От лифана. 1,3. 87, по-моему, у него кобылок. Соответственно, он перевернутый. Кардан назад, кардан вперед. Все заводится, все едет. Педометр, коробка, кабина так отделана, утеплена. Но здесь еще сделаем. Будем его делать под охотничий. Здесь все. Ящики. Типа кроватки отдохнуть, ну и под оружие все. Все это будем еще утеплять, его красить под камуфляж. Под камуфляж его красить будем. Вот такая вот телега. Задний мост. Волговский стоит. Карданчик. Карданчик, по-моему, стоит от УАЗика. Так, коробочка так перевернута, движок. Все сделано, тяги все. Ну, короче, дело в чем. Замерзли у них задние колеса. Была оттепель. Замерзли. Вмерзли, можно сказать. Они его завели и давай его рвать. Рвали. И передний мост сорвали вот с этих двух направляющих. Ну и здесь тоже на приварке, которую вот они сорвали его. Так что сейчас будем снимать. Но не сейчас. Сейчас потеплеет, нас здесь заметает вообще вилы. Ставить его на козлы, на домкраты, все вымерять, ставить передний кардан. Кардан они нам положили. Кардан от него девяточный, шузовой, передний, вот он. Вырвали они его, короче, вырвали. Раздаточная пошла, наперед нагрузка. Они рванули, движок для него сильноват, как дали, и ну, думаем, ничего страшного, все это мы починим, все подделаем, все заделаем и вперед. Так что такая вот техника. Такая вот техника. Приобрели мы. Вот так сзади выглядит. Все горит, свет горит, дворники работают. Печка работает. Здесь даже вот не едь за мной. Ты там не проедешь, мальчик писает на пятерку. Ну все работает, короче, вот только это поломка. Я думаю, мы разберемся, ничего страшного. Ничего страшного. Вот такое, ребят, наше приобретение. Будем колдовать. Все. Продолжение следует.
Кто заинтересовался, как мы его соберем, сделаем выезды, смотрите на канале, подписывайтесь, чтобы не прозевать. Все, до встречи.